Всем привет! Это девочки прикольные. Извините, что я долго не сходила и буду видео снимать. Не снимала. Как я хочу узнать? Давайте дальше Симсы будем играть. Вот так. Симса у меня уже отстала. Вот так. Ждем. Вот что у меня тут новое. Я хочу попробовать. Так, сделаем. Хочу попробовать что-то это задание выполнить. Вот. Вот такие задания. Но почему-то у меня не получается. Это я. Да, давайте купим эту. Угу. Вот, получила. Вот так. Попал. Вот, давайте что-то новое вот сюда. Вот. Хочу вот так. Так, у нас что-то новое, бесплатное. Ну, давайте вот такой, что ли. И сделаем и вот такой. Немного, ну, так. А давайте вот сюда. Вот. Вот так. Ну, пока это все. Что-то новое надо. Что это у меня такое? У меня сейчас свечи. Вот столько у меня стоит город. Вот так, зайдем в город. Мне нужно начать строиться. Ой, извиняюсь, не тут, а? А вот. Ясно. Ну, дело, что задание у меня. Давайте посмотрим задание. Задание беременности. А, угу. Получится. Значит, какая профессия. А вот новое задание у меня вот это. Посмотреть документы, фильм. Вот. Ну, давайте посмотрим. Так, что это у нас? Так, что оно? А давайте посмотрим. Не-не-не-не-не. Да, у меня вот документы, фильм. Сделаем так. Я хочу уже начать. Все. Вот такое у меня задание. Смотреть улица Семень по телевизору. Ясненько. Улица Семеня. Вот. Давайте не будем тратить уже.
Ну, дайте позовем. Так, где она? Так. Давайте потратим вот эту. Надеюсь, что-то получится. Я хочу три тыквы. Нормально так. Ну, как так? Давайте посмотрим, что это. Нет, не-не-не-не. Вот сюда. Нажимаю сюда. Не хочу пока ничего. Что она может сделать? Скажите. Смотрите, что у нас тут. Тут кровати вообще нету. Но тут много что-то. Давайте в кровати. Блин. А что, нету для детей? Обидно. Ложить каталку. А, вот кровать для детей. Ну, посмотрим потом. Как задание выполним, тогда сделаем. Ну, ждать и ждать. Аж есть центр вы. Так, где у нас тут? А у нас еще новые. Ну, это я построила конюшу. Вот конюша. Давай кататься, положить, переменивать. Кататься. Были тешни жировно. Вот так. Мне необходимо почистить ворона. А что, нельзя? Что ли? А что, прям нельзя? Ребят. Ну, обидно уже. А что, про это нельзя? Блин. А что еще можно с ней? Ясно. Клицать, сложно переименовать. Покладить лошадь. Ну, давайте покладим ее. Что ли? Блин, обидно. Ну, что сказать, обидно. Так хорошо шло. Ладно, давайте вернемся с сабуком. Кажется, с Марикиной. Вернемся. Фамилия. Вот такой. Так.
Типа такого. Угу. Мы вернем, я вернусь с вами. Все, я тут, ребят. Осталось 53, 52, но скоро закончится. А сейчас я хочу, чтобы она поела вот эта женщина. Ну, бери, что ли. Все тарелку. Да. И я немного хочу вот так сделать. Ой, извиняюсь. Мы не хотим туда. Вот, я хочу комнату вот так сделать. Вот так, да. Это немного вот так сделаем. А я могу взять ее, что ли? Так, а что это у нас? А я не могу, да? Ну ладно. Вот, все, скоро закончится. Все, цель тастомана. Поднять подкурсник. Поменять подкурсник. Так, я хочу, чтобы малыш уже потом сделаем это задание. Так, где-то у нас малыш. Вот он. А я могу как-нибудь взять его? Все, ребят. Вот так сделаем, вот так. А двери вот сюда. Нет, вот сюда, да. Все, я могу взять. И быстро пришла нам красить своей ребенком. Так. Требовать. Давайте поменяем подгузник, как там сказали. Написано. Все. Расширить комнату для создания новую. О. Тут проблема, ребят. Ну да, тут у нас проблема. А что, нельзя, да? Подожди. Не буду. А что, нельзя? Блин, а вот эта проблема, я не подумала. Подождите. Мне сказали расширить, и можно сделать новую комнату, да? Расширить свою комнату или создать новую. Давайте создадим новую комнату. Что-то я не подумала, ребят. Давайте новую комнату создадим. Да, вот такую. Небольшую вот такую комнату. Все. Так, давайте посмотрим. Купите кукольный домик в магазине товаров для детей. Ну что сказать? Давайте. Вот. Малышам. Так, и тут домик куклы. Кукольный домик. Так, мне нужно 7 тридцать почему-то. Народ, мне 7 тридцать надо. Кукольный домик. Лучше и лучше. Именно что придумать. Ребята, я не могу пока купить домик. Давайте я немного так сделаю. Кому-то на работу отправим.
кому-то. Всем трижется, это нужно. Кому можно отправлять траву на... А, ее можно. Давай так. Так. Кататься. Счастливо. Так, давайте ей отправляем на работу. Не домой, домой. Да, ребят, домой ее отправляем. Вот так. Вот. Да, и отправляйте. Давайте отправим ее. Вика на работе, да? Так. Ну, давайте как-нибудь. Что-то у нас учителя нет. Медсестра. Давайте художник. А, нет, давайте ученый, что ли. Да, давайте художник. Все, художник. Все, она отправилась на работу. Это пока все, ребят. До встречи с новым видео. Я вам покажу, что будет потом. Пока-пока.